Барнаульские гимнасты – серьезные конкуренты, единогласно считают соперники из других городов. На всероссийский чемпионат по спортивной гимнастике Олега Харахордина в Барнаул приехали спортсмены из Москвы, Новосибирска, Омска, Томска и из других уголков страны. Особым гостем турнира стал его создатель. Очень приятно, что география турнира расширяется. У турнира за 13 лет есть своя история. Вот. Я не знаю, много это или мало, но можно уже точно сказать, что какие-то вещи, они запоминаются. В турнире приняли участие спортсмены от 9 лет и старше. Открыли соревнования юноши, продолжили девушки. Программа упражнений от первого юношеского разряда до мастера спорта. Я думаю, что это самый красивый вид спорта, изящный. Вообще меня привела в этот спорт бабушка. Мне понравилось. И я осталась. На эти соревнования я приехала выполнять мастера спорта. Поэтому они мне очень важны, как и все другие соревнования. Поэтому гимнастика сейчас у нас такой приоритетный вид спорта в России. Поэтому развивается большими темпами. Вот этому залу бы, конечно, побольше его. Вот. Тогда бы было еще лучше. Гимнасты из Барнаула, как и опасались их конкуренты, взяли пальму первенства. По программе мастеров спорта среди юношей в многоборье на 6 снарядах победил барнаулец Сергей Найдин. В подарок от организаторов он получил телевизор. Среди девушек в многоборье на 4 снарядах золото взяла чемпионка Сибири, спортсменка из Барнаула Арина Ищук. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком.